Вообще не понимаю, зачем покупать лифчик, если сейчас происходит невероятный теслопад цен. Что же это означает? Друзья, на сегодняшний день цены на Теслы Model 3 и на остальные версии просто невероятно низкие. В этом вы можете убедиться сами. Эти автомобили были куплены на американских аукционах именно с такими повреждениями и именно за эти цены. Что же мы можем увидеть от компании Nissan, да, это версия Nissan Leaf, и цены на них либо такие же, либо могут быть на порядок выше. В этом вы можете убедиться сами. На тех же самых аукционах буквально недавно были вот такие цены. Друзья, и что это означает? Это означает, что в конечном итоге цена Tesla Model 3 на выходе будет меньше, чем цена Nissan Leaf, а на внутреннем рынке будет все абсолютно наоборот. Продать Tesla Model 3 вы сможете на порядок дороже, чем Nissan Leaf. Вау! Так вот, у меня к тебе есть очень серьезный вопрос. Если ты давно рассматриваешь электричку, то что же ты выберешь? Обычный Nissan Leaf или невероятно нафаршированную Tesla Model 3, которая будет по цене дешевле, чем Nissan Leaf? А если ты уже определился с выбором, то скорее напиши нам в директ, либо же оставляй заявку на сайте и привози автомобили с компанией Autodesk.